И снова мое здрасте, уважаемые, с вами любопытные геймеры, мы продолжаем проходить Dark Souls 2, издание Scholar of the First Sin. Итак, у нас проблемы определенные. Бродячие рыцари Хейда, вот что меня больше всего напрягает. Я, честно говоря, не помню в прошлый раз, где меня грохнули. И выяснять это, конечно, большая проблема. Ладно. Ну чё, друг, ты пойдёшь меня убивать? Нет. Ты не хочешь меня убивать. А я тебя хочу. В смысле, убить. Если ты думаешь, что я не буду стрелять тебе в спину, ты сильно ошибаешься. Готов. Я заколол его в тряпку. Ай. Вот этот пакостник меня прям раздражает. А. Так, ну тут только вспоминать, что... делать уколы рапиры можно через щит. Ну давай, друг. Какое-то. Безобразие. Он подлец. Этим все сказано. Я вспомнил. Вспомнил я. Где нас все-таки грохнули. Да что ж такое? Ну сейчас еще упасть не хватало. Гадство, а? Трачу второй эстус на эту падаль. Так, что-то я не хочу рисковать. Блин, они все-таки вдвоем, что ли, пошли? Ну давай.
Да что ж такое-то, а? Какой у тебя... Какой у тебя длинный. Вот уроды, а. Вы что, серьезно? Так, ну этих обдурить хотя бы можно. А с этими, блин, рыцарями фиг знает, что делать. А это, конечно, вообще люто. Давай, друг, иди сюда. Там ведь еще третий должен стоять, да? Там два со щитом. Ничего, уйдем в перерасход стрел. Где третий-то? Здорово, чувак. Чувак. Хош. Я тебя накажу. Иди сюда. Вон моя смертушка. Ага. 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 Ага, очень круто. Да блин. Зараза. Все-таки стукнул меня один раз. Иди сюда. Эйк, тут главное не сверзнуться. Эйк. Прощай. И ничего не обещай. Так. Вот ты. Пум. 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 Так, я не помню, что там за углом. Может, враг. Давай ты лучше сюда пойдешь, и мы здесь подеремся. Ну, в смысле, здесь ты умрешь. Ага. Вот это мне больше нравится. Так, теперь... Шитокас... А, здесь ничего. Да, много. Многодуш. Многодуш. Давайте попробуем.
Так, парень. Так, куда мне там бежать-то? Не-не-не-не-не. Ты меня уже один раз убил. Я не хочу с тобой связываться. Больше. Никакого желания. Вот. А там спит наша виверна. И с этой виверной что-то надо делать. Так. Вот так. Только так. Я не знаю другого способа. Бам. Большой бадабум. Давай. Еще бахну. Самый главный вопрос, который меня волнует и который я не успел выяснить, заключается в том, спавнится ли виверна. Собственно говоря, моя разведка в... Ну, когда я начал вот это вот переиздание посмотреть, хотел... Что же нам предлагают разработчики, настолько ли это отличается от оригинала, стоит ли в это играть. Вот. И я как раз вот дошел до этого места, грохнул виверну и к своему стыду засыпался на Арнштейне. Ну, вообще, он считается не сильным боссом. Хотя я, это ж я могу облажаться на любом боссе. Даже на Гвине. Это было стыдно. Потому что Гвин считается простым. Вот, ну, как видите, мне очень помогает то, что я выбрал light build и лук. Я, честно говоря, слабо представляю, что бы я, например, делал, если бы играл там Force и пришел бы сюда в каких-нибудь крутых доспехах, рассчитывая только на ближний бой. На большой урон. Нет, я не говорю, что это невозможно, просто я не вижу способа, который бы мне помог в этом. А, ты не хочешь, да? Вау. Ну так. Виверна готова. Вот, собственно, видите, тут пятнышек кровавых достаточно. Потому что вот как только поднимаешься по лестнице, вот в этом месте, как только высовываешь свою бедную головушку вот сюда, виверн начинает дышать огнем по площади. Вот прям вот по всей этой площади. Здесь, собственно, не я один засыпался. Слезы. Враг впереди, тогда враг впереди. Охренеть. Так, окаменевшая кость дракона и щит дракона. Собственно, что там за щит-то?
А, ну он хороший против магии, против огня. Неплохой такой. Вот, и... Вроде как с ним я все еще мобилен. Вот. Нет, ну нормально, нормально. И выглядит, кстати, хорошо. Он, правда, тяжелее в 2,5 раза, чем то, что у меня было. Так, что у меня здесь надето? Кольцо предела, кольцо клинков. А что у меня еще есть из колец? Снижение равновесия противника. Я не думаю, что против Фарнштейна это как-то хоть поможет, хоть как-то. Нет, я, конечно, попробую его сейчас грохнуть. Ну, конечно, жалко. Если я сейчас зафейлюсь, то я потеряю 25 тысяч душ. Это будет обидно. Ну ладно. Это Dark Souls, чё? О. Здесь что? О, 5 человеческих фигур. Помоги. Что пишет-то? А давайте потренируемся. Давайте фиганем мелок. И поможем кому-нибудь разобраться с... Кто он там? Ну, я не знаю, это наверное, не Арнштейн. Это не может быть Арнштейн на самом деле. Просто он выглядит вот точно как Арнштейн. Да, давайте. Почему нет? А, вот белые мелки. Давайте оставим знак призыва. Но я буду молчать. Потому что... Вот. Ага, во. Мне вернули голос. Ну, придется как-то с этим мириться, я не знаю. А, я пробовал поменять настройки немножко, но что-то ничего не получается. Знак верности. А зачем они нужны? А, о, как. Знак верности. Знак способен восстанавливать здоровье хозяина мира. Интересно. То есть это делается ради души, я так понимаю, да? Ох, я что-то очень не хочу рисковать. Давайте... Не понял. А почему я не могу? А почему я не могу здесь использовать фигурку? Что-то я не понял.
Я не могу просто использовать фигурку, мне обязательно надо бежать к костру, что ли? Да бросьте, почему я не могу использовать фигурку? Всегда же можно было. Чё-то вы меня пугаете, ребят. Это не собираюсь сидеть у костра, конечно. Чтобы еще раз всех этих рыцарей Хейда мочить. Мне тут в голову пришла мысль, я не знаю, может кто-то уже успел написать в комментариях, я пишу просто одним блоком. Стоп. А я что, в человечек? Погоди, стоит, не может быть. Матерь Божья, я ж хьюман. Я ж человекин. А чё, хорошо, давай. Я этого чувака еще не призывал. Это NPC. Здорово, братуха. Пойдем валить, рыцаря. Пойдем. Пойдем, там много вкусного. Потерявшийся Глинкур, ты только главное не становись упавшим Глинкуром. Упавшим куда-то нахрен с обрыва. Окей, не надо. Я в тебя верю. Главное, чтобы, я не знаю, он не рассосался, он же... Я не знаю. Главное, чтобы не поломался по дороге. Мне вот непонятно, почему я же оставлял здесь белый знак. Где вообще, где все комрады? Почему со мной никто не хочет на пару уничтожать? Где вот эти все чуваки? Я видел тот, с кем я вместе шел в бой, он использовал знак призыва. Это нечестно. Я-то помогал. Где? Ладно. Мы с Глинкуром пойдем. Сейчас мы наваляем. А, и тем более, что если бы я сейчас вызвал кого-нибудь, мне пришлось бы молчать. Потому что мои комрады по сражению сказали бы, что нахрен за псих тут такой болтает что-то. Так, давайте сразу тогда ароматерную мазь запистоним. Почему у меня 5 фляг с эстусом? За что? Давай. Давай, Глинкур. Глинкур. Я в тебя верю. Давай, Глинкур. Что ж ты из-под щита-то, дорогой? Ой. Ай-яй-яй, нет, ну нет, блин. О, молодец, Глинкур. Вот он молодец вообще. Есть. Глинкур, ты чудесен. Я просто тебя обожаю. Он божественен. Что хотите со мной делать? Что-то мне тут... Так... 45 тысяч душ. Чувак. Что там пишет? Чё? Слава друг, и тогда печаль.
You may call yourself one of us, and are free to plant your roots in this garden of the gods. Be proud. I, Tagre, do proclaim from this day you are a knight of the blue. Rejoice and bask in your new honor. Чудесно. Что за синие стражи? Главное, чтобы не голубые, а синие, вполне себе ничего. Ладно, ну давайте, а чё? Я вообще чё-то никуда не вступаю. Может, стоит. Я вступил в Ковенант. You are now a guardian, a knight of the blue. Proud knight, take this. Ну, ок. Wear this ring and shine light upon stone. Then you will hear the voices of the blue apostles. Апостолы синевы. А, понятно, понятно, я все понял. This is the proud work of the Knights of the Blue, the way they elevate themselves to a higher plane. I'll provide what you need. You may visit me at any time. Я догнал. Proud knight, you may... Давайте выучим жест. Дуэльный поклон. О, вот это вот интересно. А, что ты мне предлагаешь, Моргенштерн? Алебарда. Ты сумасшедший. Ну, вон она. Изгоняет нежить. Усиливает снаряжение могуществом молний. Прикольно. А, и волшебство, что ли, да? А, чудо. Давай, 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 давай. Что тут у нас? Голова, доспехи. Давай. Главное, чтобы не мимик. Они здесь не отличаются. Круглый щит, башенный щит. Давайте посмотрим. Круглый, круглый. Так, башенный щит, ну это, наверное, совсем, да? 13, ну куда? Куда мне такое? А это что такое? А, вот круглый щит клирика. Ага. Так он хуже, да? Да, он... половину только. Ну, он легче. Да ну не знаю. Такая фигня. Вот этот лучше намного. Только он от отравления, от кровотечения хуже защищает. От всего остального-то лучше. Блин, вообще отстой. Ладно. А здесь чего? Треснувшее синее око. Зачем нам нужно треснувшее синее око? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пум. Это что такое? Да. Отправиться в мир виновного. А, это только синие стражи могут, да? Переносит вас в мир виновного. Накажите виновного, чтобы укрепить связь со своим орденом. А, чтобы апаться в ордене. Вот я, кстати... Да ты гонишь. Конечно, ты гонишь. Костер впереди. Поверим. Скелет впереди. Костер впереди. Уязвимость костер. Костер впереди. Приготовься, лжец впереди. Чё-то я очкую. Осторожно, слабый враг. Как там у нас? Что? Смотри внимательно, лошадь. Какая лошадь? О чем? Не понял. А, знак верности. Нет. Иллюзия впереди. А что это за чуваки, которых можно... Ладно. Где скелет?
Я не понял, где скелет? Сволочи. Обманули. Давайте отправимся в Маджулу. А, я не знаю. Надо прежде всего, наверное. Что я могу сделать у кузнеца? Так. У меня все усилено. Мне нужны большие осколки титанита, чтобы усилить дальше. Рапира, вот, например, да. Но я могу усилить, в принципе, другое барахло. То, которое я ношу. Ладно. Хорошо, не буду тратить твое время. Бум. Что у нас с кольцами? Мне вот интересно. Любимое кольцо сражавшегося с драконами рыцаря усиливает ответный выпад. А, ответный выпад. Угу. Угу. Понятно. Дайте-ка подумать, что я хотел купить, пока у меня еще есть много-много-много-много денег. Киса. Так. Кольцо злого глаза. Неплохая вещь, но не необходимая. Снижает урон от падений. А вот эта штука нам потребуется. Но не сейчас. Это тоже точно не надо. Угу. Позволяет слышать голоса врагов. Нет, тут ничего полезного нет. Хм. Талисман Ллойда. Угу. Так. Как костей... А кость у меня есть, кстати? Кости, кости, кости. А, 8 штук, нормально. Так, значит, у тебя я ничего не хотел. А вот у тебя, дядя, может быть, что-то стоит купить? Так, 39-41... И такие посредственные защиты от всего. Ну, в принципе, неплохие. Они одинаковые, да? 39-41. Это один и тот же сет. 74-34-33. Так. Это все хуже, на самом деле, чем сет торговца. А вот это лучше, по-моему. Так. Посмотрим. 55-59. Там 18-15. Угу. Да. Штанцы-то получше.
Безобразие. Так, щит. Нет, щит этот хуже. Так, значит, я решил, что все-таки мне помогут вот эти штанцы. Давайте их возьмем. Да. Что мне нужен... Девять, семнадцать, десять, восемнадцать. Угу. Даже не знаю, что выбрать. Все такое веселое. А вот это тяжелая штука-то, да? 3,8. Сколько мои-то весит? Ну ладно, давайте возьмем на всякий случай. 4,0. Эх. Будет меня эта штука отвлекать. Не нравится мне плюмаж, ну ладно. Давайте переоденемся в новое шматье. Так, где тут у меня вот эта штука? Только от молнии защита ухудшается. Возьмем вот это вот перо. Меня раздражает, если честно. Ага. Так себе разница-то, да? Нет, оставим эти. Плохо, что тут при покупке не сравниваются параметры снаряжения. Так, ну и да. А, возьмем так. Что у нас получается? Все еще нормально кувыркаюсь, да? Хорошо, хорошо. Что еще можно сделать? Можно ящик с предметами убрать, наконец, много барахла. Хотя я это сделаю сам. Давайте апнем левелы. Что мы повысим? Ловкость, силу на 2. Это на 2. Жизнь обязательно. Стойкость 12. Пусть будет 16 жизней. Ну и остальное в ловкость. Так, улучшить. Да, у нас нет осколка. Я ее просто забыл, может быть, я собирал. Блин. Все. И здесь мы с вами остановимся и продолжим уже в следующей серии. А пока я с вами прощаюсь. Это был, как обычно, Любопытный Геймер. До связи.